есть можно переживать эмоции и не осознавать этого. Когнитивный компонент эмоций может быть недостаточен для осознания. Но это тренируемая вещь. Да? Просто саморефлексием, наблюдением там, и так далее. То есть человек может быть достаточно эмоциональный, но он не осознает этого. И вот, собственно говоря, в чем проблема, связанная непосредственно с эмоциональным интеллектом? То, что человек не осознает своих эмоций. Это приводит часто к разным расстройствам. Такая алекситимия приводит к язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки, если это тревожные расстройства. Если это гневливость, это не осознает собственного гнева, как бы неприятие. То есть он все рационально объясняет, а как бы вот я вам всем сейчас дам по голове. Вот. Этого нет у него в голове. И он не осознает, что он на самом деле злится в этот момент. И в результате у него гипертония растет раньше нужного. Разная выраженность осознания своих эмоций. И эмоциональный интеллект состоит в том, что вы понимаете, что вы именно чувствуете.